Третий способ, как найти биссектрису. Третий способ самый легкий, потому что мы будем использовать транспортер с линейкой. И когда мы нашли наш угол, вот он, вот это наш угол, мы просто прикладываем этот угол к листу бумаги. Вот это у нас угол ската, вот нижняя сторона, это угол ската. Вот он, 120 градусов у нас, то есть получается, что вот этот тупой угол, который у нас получился, вот этот угол, вот он, если взять из этой точки сюда, то есть вот этот угол у нас 120 градусов, то есть, а сам угол ската, вот он, то есть он проходит внизу. Вот если мы линейку приложим, вот фактически, смотрите, вот получается угол ската, вот этот угол, вот он, вот этот угол. Вот этот угол у нас угол ската, 30 градусов. Что мы делаем? Мы теперь находим биссектрису очень просто. Мы проводим вот эту линию и вот эту линию, вторую. И вот эта точка, которая у нас есть, это и есть наша искомая точка. Или если у нас, например, тонкий такой карандаш, мы можем вот в эти места прямо вот кое-где проходит, кое-где нет. Вот. Ну, для точности, как я вам показал. И теперь мы проводим линию. Так, сейчас немножечко сделаем тут попонятней. Так, вот у нас вертикальная линия. Сейчас мы ее немножко установим. Так, установим эту линию. И это у нас вторая линия. Аккуратней. Вот. Все, вот у нас две точки теперь. Точка, которая у нас первая, это основание угла. И вторая наша точка искомая. Это вот вторая точка. И теперь мы берем и проводим линию. Соединяем наши две точки. Точка вверху, точка внизу. Вот. Таким образом, линию, которую мы сейчас провели, это третий способ. Вот эта линия называется биссектриса. Вот. Немножко здесь смазано сверху. Сделаем поаккуратней. Вот. Вот эта точка. Вот эта точка нижнее и верхнее соединение. Это и есть наша линия, которая называется биссектриса. Вот при помощи транспортира с линейкой, как это написано, вот он так выглядит. Вот. Очень удобно делать замеры углов и быстро находить биссектрису.